Я приветствую вас на канале Аленин Сад, и сегодня я хочу показать и рассказать о моей прекрасной лобелии. Лобелию я выращиваю с февраля, влюбилась в это растение просто с первого взгляда и обязательно продолжу выращивать ее и на следующий год. Виола мне не очень понравилось выращивание, и потом в цветении тоже очень сложно подобрать правильный сорт, правильную окраску цветов у виолы. А вот с лобелией все получается просто замечательно. Я бы сказала, что это неприхотливое растение, красивое, очень такое интеллигентное, скромное, но восхищающее все равно своей красотой. Лобелии я посеяла 4 сорта, из них 3 хорошо разрослись, прекрасно себя чувствуют, а один получилось так, что осталось буквально одно растение, которое из себя ничего не представляет, даже сложно показать его цветочки. Такие светло-сиреневые, и этот сорт называется Кристалл Палас. Вот только одно растение. Остальные прекрасно разрослись, замечательно себя чувствуют. И обо всем по порядку. Так, это сорт Розамонт. Розовая кустовая лобелия, я так понимаю. Очень красивая. Очень. Уже нужно скоро будет ее обстричь, лобелию, для того, чтобы продлить ее цветение, дать вторую волну. Это сорт, я так понимаю, Гамбургия. А на картинке это темно-сиреневые такие должны были быть цветочки, но на самом деле они, можно сказать, просто голубые. Не вижу я сиреневого оттенка, как не смотрю на нее. Тоже кустовая, не ампельная, очень-очень красивая, голубая, нежная лобелия. Здесь у меня ампельная лобелия, которая называется просто синяя с белым глазком. К сожалению, я вышла снимать вечером, уже солнце садится, и цветочки лобелии закрыты. Это такое вот свойство, характерно для этого растения. Я раньше этого не знала, пока у меня лобелия не стала расти на балконе. Днем цветы открыты, и она очень ярко смотрится, а вечером они закрываются, как будто бы они завяли или отцвели, и уже не такое красивое получается у них одеяние. Попробую завтра снять днем, если будет солнышко, когда цветы будут раскрыты. Но все равно они и так прекрасны, на мой взгляд. Как всегда, если вам понравилась моя лобелия, не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до свидания!